Брестский дворец водных видов спорта с 21 по 24 апреля принимает главные соревнования года – открытый чемпионат Беларуси по плаванию. Турнир такого уровня проводится раз в году. Спортсмены состязаются в личном и общекомандном зачете. На дорожке выходят сильнейшие представители 6 областей страны, а также столицы. Это самый высокий уровень наших соревнований республиканских. Они являются лицензионными, финновскими. На этих соревнованиях участвует 344 человека, в том числе иностранные спортсмены. Иностранные спортсмены допускались к участию, поскольку чемпионат носит статус открытого. Кроме белорусов, в борьбу за медали и призовые места вступили пловцы из России, Украины, Латвии и Казахстана. Я из Москвы. Я приехал сюда проплыть, в принципе, ради этой дистанции, 200 метров вольный стиль. Приплыл первым. Я улучшил свой личный результат. Это меня радует, безусловно, но результат, честно, так себе. Хочется, не то что хочется, надо плыть намного быстрее, чтобы быть конкурентным и на чемпионате России даже, и, не говорю уже, международных соревнованиях. В ходе турнира идет отбор на Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы, Всемирную универсиаду, юношеский чемпионат Европы и юношеские Олимпийские дни. А соревнуются между собой мастера спорта международного класса, рекордсмены мира, призеры и победители чемпионата Европы, чего стоит одна украинская команда, которая привезла 2/3 основного состава национальной сборной. Однако и белорусы не намерены уступать. Представляю город Минск, только что проплыла дистанцию 100 метров вольным стилем. Выиграла. Но на самом деле готовилась я недолго, пока только где-то 2,5 месяца. У меня был такой перерыв. И на данном этапе это достаточно хороший результат. Что касается результата, то на международном уровне плывут гораздо быстрее. Поэтому я стремлюсь только туда. К международному уровню быстрее. Поэтому нет такого, что первое это всегда хорошо. Но и последующее, так скажем, развитие в своей же дисциплине, это очень хорошо, когда есть рост. Показать высокие результаты реально. Ведь уже в первый день установлено 4 юниорских рекорда, а во второй 3 юниорских рекорда и выполнен разряд на звание мастера спорта международного класса Республики Беларусь.